Всем привет! Вот хочется чего-то необычного в январе. Снега, например. Ну и на этих выходных погода не обещает нам звенящую январскую вьюгу. В субботу на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Днем столбик термометра покажет минус 3 градуса, а ночью минус 5. В воскресенье пасмурная погода продержится весь день. Днем столбик термометра будет минус 3, а ночью минус 7. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свои объявления в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Telegram. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера прямо сейчас. Телефон в описании.